Ну что тут подешевело, что творение? Капуста 31,50. Арбуз. Кавун. 27,90. Так, а что у нас на той стороне? Яблоки 16,95. Апельсин 48,95. Лимончики страшненькие 58,95. Ахаха, цимбуля, бурячок, бананы караульные. Так. Я уже растерялся, нет. Нету, думал нет. Так, рыбка какая-то. Кальмар 212 со скидкой 214,90. Креветочки есть 140,90. Мойва 69. Ну, бесценное мороженое. Выбирай и ешь. Да? Фу, что-то ты на меня тут съела. Так, растительное масло. 52 гривны. Так. Нашел? А, кулечки, кульки сядут уже. Ты хочешь кулек сразу? На. А, положи. Да. О, тут пиво разливное, что ли? Пиво. А, сидр даже. Сидр, яблоко, сидр, пиво, класс. Ладно, мы не видели этого, пошли. Это я случайно увидела. Даже не задумывалась, что такое есть. Все, засмотрелся, пошли. Рыбка. Вот, пожалуйста, какая рыбка. А это что, вес на 100 грамм вес? Я думаю, что это за цена такая? Тоже за 100 грамм, да? 235. Мне эта грушка нравится. Вот корм кошачий. Ладно, пошли, да? А, ну детская.
оценка. Где он здесь? Так, яйца 26. Ты уже платишь?